Всем привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд, с вами Ольга, и сегодня будем готовить кальмаровый салат. Такое блюдо станет украшением любого праздничного стола и не только. И если вы еще не подписаны, тогда подписывайтесь, чтобы не пропустить много новых вкусных интересных рецептов. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Начнем готовить! Подготавливаем все продукты. Отварной картофель очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Высыпаем картофель в миску, берем отварной кальмар, уже заранее и очищенный, и также нарезаем тонкой соломкой. Нарезаем тонкой соломкой отварные яйца. Старайтесь салат сочетать одинаковой нарезкой. Берем соленый огурчик и тоже нарезаем тонкой соломкой. Все ингредиенты смешиваем, добавляем тертый сыр твердый, берите на свой вкус, немножко соли, перемешиваем, пока в сухом виде. И заправляем все майонезом. Хорошо перемешиваем. И наш салат готов. И делаем красивую форму для подачи на праздничный стол. Вот такая красота у нас получилась. Это очень вкусно и красиво. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. И до новых встреч!